Кировске состоялась последняя в этом году сессия Совета депутатов. Она была внеочередной, а потому молниеносной. На повестке дня значились всего 4 вопроса. Самый важный из них – согласование проекта постановления губернатора о повышении тарифов на коммунальные услуги в 2019 году. Юлия Астахова продолжит. С изменения размера платы за коммунальные услуги и начались обсуждения, которых, по сути, не было. Все важные вопросы народные избранники обговорили заранее, на предпоследней сессии и комиссии. За проект проголосовали единогласно, коэффициент будет повышаться с июля 2019-го. Это плановое повышение, ежегодное. Надо понимать, что действует договоренность о заморозке цен по теплу для города Кировск, она будет ноль. Единственное исключение, к сожалению, составляет у нас населенный пункт Титан, потому что там тепловая станция работает на мазуте. Еще один важный вопрос сессии – бюджет Кировска. Основные параметры городской казны остались без изменений. Не произошло никаких изменений в составе доходной части бюджета, но при этом произошло перераспределение бюджетных ассигнований по расходам бюджета между муниципальными программами и главными распорядителями и получателями бюджетных средств. Корректирующее уточнение бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов состоится в конце месяца, на последней декабрьской сессии.